После того, как машина остановилась его, он остановился на перекрестке, вот, произошел взрыв. Вот, а так как я был непосредственно рядом с ним, я подошел к машине. Ну, увидел, что человек уже, ну, он уже не жилец просто-напросто. И открыли люди дверь водительскую, ну, водительскую не могли открыть. Открыли пассажирскую заднюю, пытались его достать. Но там нога была оторвана, вернее, не оторвана, она была на коже висела. Вот. Кое-как его достали, приехала скорая и сразу забрала. Скорая приехала очень быстро, буквально за 5 минут.